В городском саду имени Кельдюшева прошел 4-й чемпионат зимнее ралли. Традиционно кафе «Позитив Парк» проводит для шадринских ребят соревнования по скоростному спуску с горы на хозяйственных тазиках. В этом году состязаться друг с другом в выходной день на территории зимнего городка собралось около 50 ребят в возрасте от 4 до 12 лет. По задумке организаторов, гости должны были продемонстрировать и спуститься со снежной горы на своем оригинальном средстве передвижения. Мы практикуем пока на данный момент самый оригинальный транспорт, но почему-то у нас жители не такие активные и, к сожалению, почему-то пока мы видим только ледянки и санки, то есть, ну и тазики, соответственно, поэтому как бы в этом году тоже, к сожалению, не получилось у нас оригинальный транспорт. Я думаю, на следующий год, на юбилейный, в этом году подарки и абонемент в Горсад. Я считаю, что это неплохой подарок для ребенка, но почему-то у нас жители, говорю, не такие активные, поэтому на следующий год, я думаю, они активизируются и придут с оригинальными транспортами. В итоге средства передвижения для многих предоставили организаторы, но были и те, кто пришли со своим хозяйственным тазиком. Ими оказались пенсионеры, которые не только каждый год приводят внуков, но и сами не прочь поучаствовать в соревновании. Зима, мороз, снег пушистый. Мы сюда приходим с колесницей постоянно. Ей 8 лет, поэтому она участвует тоже на детской. А я решила тоже поучаствовать. Я пришла со своим тазиком. Зима, счастье от этого. Свежий воздух и все, здоровье. Стоять не нужно около горки, нужно идти играть вместе с Настей и Альбиной. Ну, они поехали! Пока у нас участвует Валерия, готовится Рукавишникова Катя. Задача гонок очень проста. Нужно было съехать с горы как можно быстрее, при этом не потеряв по дороге оригинальный инвентарь. Наша сестра уже съехала. Ей тоже понравилось, было весело, интересно. И вообще я как эффективно права. Мне вот понравилось съезжать. Чтобы дети не замерзли в ожидании своей очереди, на территории зимнего городка для них были организованы различные игры. Ребята устраивали снежные бои, кидали валенок, проводили эстафеты и рисовали на снегу. Тем временем соревнования по спуску с горы на хозяйственных тазах подошли к концу. В итоге возрастной категории от 4 до 6 лет первой приехала Карина Сульфиянова. Среди детей школьного возраста первое место разделили между собой Лера Лукиных и Лена Кашина. Среди ребят от 11 до 12 лет лучшее время уже Янченко. Все победители получили билеты в 5D кинотеатр и грамоты. А главный приз – абонемент в городской сад имени Кельдюшева – выиграла Лена Кяшкина, обогнав всех своих соперников по времени.